Всем привет! Друзья, с вами снова я, Иван Фабро, я рад приветствовать вас у себя на канале. Давно не было видео с моим участием, но прошу меня понять и простить. Банально нет времени на видеосъемку, банально нет времени на видеомонтаж, да банально просто нету интернета, поэтому нет видео. Но буквально совсем недавно ко мне поступило коммерческое предложение с большим-большим гонораром, с такими нулями, от которого моя жадность не могла устоять, и я согласился. Что это за коммерческое предложение? Это показать, донести вам, конечно же, кому это интересно, информацию о том, что появился новый продукт. Что это за продукт, я вам расскажу. Ну, скажу, забегу наперед. Это видео для тех, кто уже покупал улей Дениса Фадеева, для тех, кто будет покупать, для тех, кто заказывал, ну или в будущем будет заказывать. Это кормушки для пчел, то есть кормушки для улей шестирамочника. Так что, кому это интересно, оставайтесь с нами. Итак, друзья, совсем недавно Денис Фадеев выпустил новый продукт для своего улья шестирамочника, вернее улья нуклеуса. Это потолочная кормушка для пчел. Особо тут нечего рассказывать про кормушки. Качество его такое же, как и улья нуклеуса. Качество высокое изготовление. Плотность изделия тоже высокая. То есть пенопласт довольно высокой плотности. Ну и все сделано красиво и добротно. Все, кормушка подходит к любому комплекту улья, будь то вот 300-я рамка комплект, она подходит, все закрывается, она идентична, все размеры крыши, она подходит хоть к 145-му вот комплекту, в принципе, ну, все взаимозаменяемо, она подходит к 230-му комплекту. Но хотелось бы о самой кормушке. Кормушка поставляется как с сеткой, так и без сетки. Цена ее, стоимость кормушки без сетки 150 гривен на сегодняшний день. С вот такой сеткой просечно-вытяжной 160 гривен. Так что можно заказывать хоть сеткой, хоть без сетки. Ну, о самой кормушке. Емкость ее... Кормушка на два отделения с емкостью в 3 литра, объем кормушки. Сироп имеет возможность перетекать с отделения в отделение, что довольно очень неплохо. Сеткой, конечно, пользоваться сеткой, как по мне, очень хорошо, потому что, когда мы открываем улей, допустим, когда у нас стоит сетка, она не дает пчелам взлетать, пчелы не топятся в сиропе, и ну, довольно удобно посмотреть, есть сироп, чтобы долить его, ну и так дальше. Ну, тут каждый решает сам. Кто-то может сделать сам, кто-то вообще без сетки пользоваться. Ну, как по мне, сеткой удобно. Ну и дно. Дно кормушки, оно имеет наклонность, поэтому сироп, когда заканчивается, имеет возможность приближаться к пчелам. То есть сироп все время возле пчел. И довольно тоже, что удобно. Имеет два отверстия, поэтому... Когда у нас два отделения, вернее, в нуклеусе, мы используем нуклеус как улей, как нуклеус на два отделения, поэтому пчелы могут каждый заходить в свое отделение, не общавшись с собой. Ну, как бы, вот и все, что я хотел сказать по кормушке. Повторюсь, кормушка подходит к любому комплекту, и стоимость ее я вам сказал. Все, друзья, в принципе, по вопросам консультации, по вопросам приобретения, по вопросам заказа вы можете обратиться к Тане. Телефон ее я оставлю в описании под видео. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. По консультациям и приобретениям ульев нуклеусов звоните, буду рада ответить. А также обращайтесь по поводу приобретения книг о пчеловодстве. Всего хорошего. Ну, вот и все.
наверное. Кстати, хочу еще. Есть в кормушке сверху сделаны, выбрана четверть пазы, для того, что кто-то, возможно, хочет, чтобы туда там не попадали пчелы, хотя, забегу наперед, они туда не могут попадать, потому что все плотно, и пчелы не могут попасть в сироп, все закрывается. Но здесь предусмотрено, допустим, положить сюда сверху, допустим, оргстекло или просто стекло, чтобы, ну, открыть и посмотреть для сиропа. Не знаю, нужно это или нет, как по мне, это не особо нужно, потому что крыша плотно прилегает, и пчелок, воровок там, ну, не будет. Ну, вот бы как и все. Ну, и забегу еще чуть-чуть, один вопрос подниму по поводу 300-го улья. Многие просто спрашивают о том, что есть 300-й улей. Друзья, на сегодняшний день... Улей шестирамочник на 300-ю рамку есть, но корпус, он не цельный, не единоцельный, вот как вот здесь. Чтобы поставить, кто пользуется 300-й рамкой, на сегодняшний день предложение это идет комплектация. Это дно, два корпуса на 145, сюда ставится полноценно 300-я рамка и крыша. Вот это комплектация улья на 300-ю рамку. Потому что если кто-то думает, что есть на 300-ю, то на 300-ю, ну именно чтобы цельный корпус, такого нет. Есть на 145, на 230-ю и вот такая комплектация на 300-ю. Здесь, когда ставим мы перегородку, все просчитано, пчелы не имеют возможности переходить друг к другу, все закрывается, все очень удобно. Так что вот такая комплектация 300-го улья. Как по мне, это очень удобно, потому что мы имеем, по сути, два улья, и 145-й, и 300-й. Когда вдруг нам не надо использовать его 300-й, мы можем использовать вот таким вот, так сказать, макаром на 145-ю рамку, как нуклеус, и все. Если же мы используем его как 300-й, отводочек, например, мы сделали, не как нуклеус, а как отводочек, мы используем его 300-ю рамку, ставим, можем положить разделительную решетку и, допустим, сделать вот так. Здесь 300-я рамка, гнездо, а здесь мы ставим магазинную наставку, и мы еще и получаем, по сути, 6 рамок с медом, с отводка, что тоже довольно неплохо. Так что вот такая комплектация, и что с этим можно сделать. Ну, все. В принципе, я думаю, что свой миллионный гонорар я отработал. Все, друзья, с вами был Иван Фабро. До новых встреч. Пока.